MTV представляет Медведис и Пупхин в фильме «Бэдминтон». А так, мужик, нам нужно срочно найти тёлок. Это сложновато, нам никто не дает. Даже тёлки из паровоза Пудхеда сначала не хотели. Пришлось им айпады купить, сучкам. А нужно тёлок, у которых татухи на заднице. О, да, спортсменок. Да-да. Погоди, а как это связано? Я же говорю, тёлок-спортсменок, только с татухой на жопе. Ну просто так. Ха, татуха на жопе. Ага, в виде гамбургера. Съел бы такую котлетку. Так, давай думать, кого любят тёлки. А, Эдварда из «Сумерек». Кого? Ну, Эдварда, чувак такой бледный. Не, погоди, это не катит. А чё это? Не, это в первой серии нового сезона «Бивис и Батхеда» было. Кого? А эти уебаны даже не похожи на нас. Какие? А, тёлки любят негров. Гуталин? О, да! Хотя погоди, они и спортсменов еще любят. Точно! Да-да, мускулистых таких. Но про Гуталина ты не забывай, прикольная идея. Ну что, запишемся в качалку? Не, слишком тяжело. Нужно легкий какой-нибудь и халявный спорт. Такой, чтобы младенец даже мог. А российский футбол? Не, там немного бегать нужно, у меня дыхалка слабенькая. О, я придумал! Пинг-понг! Не-не, нужно что-то гораздо круче. Ты понимаешь, гораздо. Бадминтон? Точно! Он вроде даже олимпийский вид спорта. А как тёлки узнают, что мы стали спортсменами? О, давай ролик замутим, где мы говорим, типа, «Эй, тёлки, мы спортсмены!» О, точно! Вот только нам нужно будет украсить чем-то нарезку. Вот только чем? Да, медвежонок, да, отличная идея с этой песенкой, крутую нашел. Какой песенкой? О, давай еще скажем, что у него Гагарин играл. Стопудово прокатит. Не помогло.